Тебе одному мы поклоняемся, и Тебе одному мы просим. Мы просим Всевышнего Аллаха, объявляем Ему об этом в каждом намазе. Будь это обязательный намаз или дополнительный. Тебе одному мы поклоняемся, и Тебе одному мы просим. То есть нет для нас помощи, чтобы поклоняться и подчиняться Тебе, ни от кого, кроме Тебя. То есть мы не сможем поклоняться Тебе, если Ты не поможешь нам в этом. Таким образом, человек отрекается от своей силы и мощи, ибо он знает, что нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха. То есть нет у нас силы и мощи, чтобы подчиняться и оставить ослушание, кроме как с помощью Аллаха. Как пророк заповедал Муазу, «О Муаз, никогда не забывай говорить после каждого намаза, «О Аллах, помоги мне поминать Тебя, благодарить Тебя и должным образом поклоняться Тебе. И я говорю Тебе, кто просит у кого-то помимо Аллаха, словно посчитал больного здоровым, и подул на то, что не может разогреться».